Расскажи, как ты ее сделал и почему сделал. Покажи. Однажды папа мне показал, как работает гидроэлектростанция. И я обнаружил там... вот такой винтик. И вспомнил, что когда мне было 5 или 6 лет, папа меня очень любил, со мной очень любил поиграть такими машинками, где вместо батарейки вот такой моторчик. Лопасти крутятся, создают ветер, и машина едет. Но у меня нет таких лопастей, и винта у меня только нет. И поэтому я их заменил вот этим воздушным шариком. Он ничуть не хуже вот этого винта. Если его надуть и вот так вот зажать, а потом отпустить, то машинка поедет. Так и с винтом. Надеюсь, сейчас она поедет. Ура, она поехала. Отлично, смотри, отлично, машина получилась. И еще. Запускай. Итак, двигатель. Есть, просто